Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Алексей, рад вас всех приветствовать на своем основном канале. Сегодня я бы хотел показать вам видео из Евротрак Simulator 2 Multiplayer. Модификация вышла буквально сегодня, 1 мая, находится она пока что в стадии альфа-тестирования, то есть дается нам с вами дефолтная карта, дефолтные грузовики, дефолтный тюнинг, то есть все дефолтно, никакой поддержки модов практически нет, кроме Suite FX, да, то есть более-менее как-то картинка становится красивее. Был с утра где-то вот сервер буквально на 1000 человек. Сегодня сервер уже сделали на 11, по-моему, если я не ошибаюсь, 1000 человек. И сегодня мы сделаем такой небольшой марш-бросок с одним из администраторов Евротрак Симулятор 2 российское сообщество Кириллом Младшим, то есть моим другом, моим помощником. И сегодня мы поедем от Люблина до Варшавы, то есть, а он поедет уже, соответственно, потом дальше. Я здесь разгружусь, он меня, соответственно, подождет. Ну и дальше мы уже будем с ним путешествовать. В ходе данного путешествия, собственно, покажем, как это все работает, как все сделано на уровне синхронизации, то есть, как это все обгоны действуют и прочее, прочее, прочее. Так, ну сейчас, я думаю, мы отправимся с места. Подадим ему сигнал, что мы поехали, и мы выдвигаемся. То есть, как вы видели, к нам там присоединилась еще одна машина, если честно, не знаю, кто это. Так, ну вот мы видим в зеркало, он выдвигается за нами, отлично. На клавишу Tab мы, соответственно, видим список тех игроков, которые у нас сейчас находятся, можно так сказать, по близости от нас, то есть в данный момент, которые в нашем радиусе действия, да, то есть, ну, если рассказать примитивно, да, то получается, что сервер работает как, ну, рация обычная, да, то есть действует только на тех, которые находятся в каком-то определенном кругу, то есть либо в городе, либо где-то на трассе кто-то мимо вас будет проезжать. У вас, соответственно, в списке игроков отобразится ник того или иного игрока. То есть, в принципе, синхронизация здесь довольно неплохая, но пока что нет трафика, то есть это все-таки не удалось, видимо, реализовать разработчикам нормальную систему трафика, то есть, да, допустим, вот сейчас я еду, мимо меня будет проезжать какая-то машина, да, то есть я остановлюсь, я пропущу, ну, вот, соответственно, вот тоже конвой едут ребята, повстречались нам по пути какие-то совершенно другие, нас поприветствовали, отлично. Вот тоже ребята, видимо, чем-то делом занимаются. Ну, собственно, про трафик вернемся. Допустим, есть у меня трафик, а у того человека, который идет сзади меня, этой машины, ну, просто может не быть. То есть, да, я резко остановлюсь, чтобы ее пропустить, и он впечатается ко мне в зад, и тем самым себе побьет автомобиль. То есть, что касается самой системы повреждений, которые присутствуют здесь, то есть, присутствуют в городах на станциях СТО зоны без столкновений, то есть где вы спокойно можете кататься, да, то есть в определенном месте. Вот еще один, кстати, напарничек какой-то едет, давайте ему посигналим. Отлично. Допустим, в какую-то определенную зону на СТО вы заезжаете, и, соответственно, у вас включается данный режим, то есть без коллизии, чтобы все это дело было, то есть вы могли спокойно подъехать, оттюнинговать свой грузовик и, собственно, уже поставить на него какие-то обвесы, либо просто перекрасить. Дальше, что касается DLC, то есть здесь поддерживаются все DLC, которые выходили официально, то есть это Восточный конвой в переводе на русский язык, да, то есть в оригинале Going Guest, и все, по-моему, если не ошибаюсь, 4 скинпака, то есть если у человека есть такой же скинпак, как и у вас, допустим, как у меня сейчас установлен, да, вот скин с волком, по-моему, или в одном из первых DLC это все дело выходило, то, соответственно, у того человека, которого он есть, он этот скин, собственно, на вашем грузовике увидит. А у кого нет данного дополнения, тот просто увидит, ну, я не знаю, красный может быть грузовик, да, то есть, либо просто дефолтный какой-то. Но вне зависимости от того, какие у вас стоят там юбки, глушаки, там лайтбары, решетки на... в смысле кенгурятники, то это все одинаково будет у всех, потому что это есть. Ну вот пошел Кирилл на обгон, то есть, да, вот видите, как пока что это все работает не так, как хотелось бы, то есть есть какие-то рывки в этом плане, то есть бывает даже то, что, допустим, он просто может ехать впереди меня, если там скаканет пинг либо у него, либо у меня, либо просто сам сервер не начнет отдавать вовремя, да, нам информацию, то просто машина встанет, вы не успеете затормозить и влетите, собственно говоря, вашему другу в трейлер, либо в
сам трак и получите довольно-таки неутешительный результат, то есть, ну, разобьется большая часть машины, да. Ну, в принципе, это не проблема, можете вызвать эвакуатор, и вас отбуксируют в ближайший город, то есть, ну, здесь, в принципе, смысл такой же, так, как и на одиночке. Дальше, что касается грузов, то есть, несмотря на то, что здесь вроде бы как по идее, да, должна быть какая-то единая база грузов, то получается, что она на каждом компьютере своя, то есть, к сожалению, такая система, то есть, ну, может быть, даже где-то это, конечно, и хорошо, что была придумана такая вещь, то есть, да, у каждого, для каждого просто свой груз, то есть, не было того, что все-таки берут два человека один и как-то дерутся там за него, ну, это, если честно, бред. Вот все-таки как-то было так сделано, да, то есть, ну, в принципе, если вы играете с товарищем, по скайпу там как-то с ним связываетесь, то, в принципе, вы найдете компромисс какой-то и все-таки найдете какой-то выход из сложившейся ситуации. Давайте попробуем его обогнать. Неудачное место я выбрал для обгона, да, то есть это такой крутой глухой поворот. Давайте, вроде втиснулись. Отлично. Ну, вот все-таки лучше держаться, советую вам, на безопасной дистанции, не на совсем далеко, но на более-менее такой комфортный, да, чтобы создавалось хорошее впечатление от игры, типа вот вы едете там в конвое и все такое прочее. Ну, я не знаю, в принципе, в остальном работы, конечно, такие еще все-таки будут проводиться хоть какие-то, да, то есть это всего лишь там альфа, там одна из первых версий. То есть, если честно, раньше я относился довольно-таки скептически, то есть, ну, я все-таки верил заявлениям разработчиков о том, что невозможно все-таки добавить программно, как-то код игры, в общем-то, ну, не приспособлен, грубо говоря, для мультиплеера, да, но все-таки нашлись люди, которые, ну, можно сказать, на коленке, да, в домашних условиях состряпали такой мод, пусть и с какими-то критическими багами, да, с какими-то критическими, так скажем, недостатками, которые здесь имеются, да, то есть, ну, банально то, что пока что нет трафика, да, но это все равно, это работа, это часы, которые никто им, конечно, таки не вернет. Вот еще один напарник уже едет. Давайте ему также посигналим. И вот все-таки, да, если учитывать тот факт, что разработчики все это делают бесплатно, то есть буквально вот для фанатов, да, чтобы люди катались и было им по кайфу, как говорится, ездить в свое удовольствие. Ну и вот еще сервер буквально вот расширили, да, практически в 10 раз. То есть было 1000 человек, стало 11 тысяч. Это довольно-таки круто. То есть не будет теперь проблем с тем, чтобы соединиться, да, то есть как, например, сегодня сервер выключали на весь день. Но, в принципе, дело пошло на пользу, то есть играет почти в 10 тысяч раз больше человек. И я считаю, что это довольно-таки круто, то есть, ну, какая-то хоть новинка, да, супер новинка в игре, то есть оживит она как-то интерес. Ну и также стоит отметить то, что если у вас пиратская версия игры, то вы не сможете поиграть в Euro Truck Simulator 2 мультиплеер лишь только потому, что сам данный мод работает только лишь с лицензионной версией игры, активированной в Steam. То есть, если у вас имеется диск, или вы где-то приобретали диск в магазине, допустим, есть общая база, то есть вы можете спокойно взять этот ключ и активировать его в Steam, привязать к своему аккаунту, создать там новый аккаунт. Если есть у вас уже старый, можете активировать это все дело туда. И все, и у вас будет игра работать. То есть заходите на сайт, ссылку на который я оставлю в описании. То есть вы спокойно туда заходите и указываете ваш аккаунт. Вам там потом появятся ссылки на скачивание, устанавливайте. Ну, желательно, конечно, установить все это дело в папку с самой игрой, то есть в папку со Steam, в папку с игрой, чтобы, ну, как-то это все дело находилось рядышком и нигде ничего не конфликтовало. Вот как раз-таки мы проехали одну из этих No Collision Area, так называемая, да, то есть в которой нет коллизии. И, соответственно, соответствующее сообщение у нас высвечивается на нашем экране, то есть в виде подсказок. Ну и тем временем мы добрались до конечной точки моего маршрута, то есть мой друг Кирилл поедет дальше, ну а я остановлюсь здесь и, пожалуй, сопровожу его дальше. Вот там, смотрите, обратите внимание, едет еще один человек, то есть мир живет, даже несмотря на то, что здесь практически нет трафика. Еще одна машина едет, то есть, ну, под вечер, как говорится, собирается вся банда. Ну и, наверное, верно, на этом таки все. Я надеюсь, вам понравилось данное видео. Ну вот, я бы так не советовал тебе, конечно, делать. Я надеюсь, вам понравилось данное видео. Вы поставите ему лайк, возможно, даже подпишитесь на канал. Поделитесь данным видео со своими друзьями. Ну а на этом все. С вами был я, Алексей. Желаем всем хорошего настроения. Всем удачи и пока.